Скорый вывод американских войск из Сирии оказался под вопросом. Дональд Трамп, который еще в декабре анонсировал завершение кампании, на брифинге заявил, что точных сроков до сих пор назвать не может. И тут же добавил, что якобы никогда и не говорил, что это произойдет быстро. К тому же он отметил, что полного вывода контингента не будет, пока террористов не победят окончательно. Хотя ранее это решение хозяин Белого дома связывал как раз с разгромом запрещенной группировки ИГИЛ.